выше должность, нахуй, тем больше поднимут, потому что знакомство, там и подобное. А ваши поселки, они богом забытые уголки, нахуй. Поиски своих собственных родственников — это дело самих родственников, больше ничего дело. И все равно кто-то выплывет через месяц, кто его видел, куда он пошел от магазина. Но только толк уже от этого. И самый прикол в том, ну у меня же не спрашивали, блин. А что, а самому впадлу сказать? Вот кто-то у меня по башке получит, на. Интересно, кто же это будет? Вчера Анжа курила, я все вчера туда... Анжа здесь курила? Я вчера туда за мост курила. Предупреждаю всех, вы находитесь в гостях. Еще один бычок. Увижу мимо урны. Вот так вот мы сейчас выезжаем, доезжаем до федеральной этой дороги, ребята вылазят и пошли до речки, до моста. Все хорошо? Добро? По машинам? Сергей Николаевич, дайте мне, пожалуйста, я кружку возьму. Меня не было, я была на работе поваром в тайге на вахте. Он меня на работу увез. Договорились, что он приедет ко мне туда порыбачить. Все, 15-го я приехала, его дома нет. Все. Пойдем, матушка, готовить. Как Бермудский треугольник. Прошел и пропал. Телефон, сигареты и деньги на воду лежали на столе. Такое впечатление, что он дома не ночевал. Может, где-то и выпивал ночью, да решил домой идти. Знал, что я приеду. И исчез. Где какая помощь нужна, все к нему обращались. А сейчас деревня отвернулась. А даже, может, кто-то и видел что-то, да боятся сказать. Велосипед. Катя, ты можешь так кататься на велосипеде? Да брось его! Брось! Кто это такой? Да брось его! Правильно, иди домой спать. Будьте осторожны. На станцию Мони проследует грузовой поезд. Будьте осторожны. Один из них студент, вторая из них школьница. Третья закончила техникум, техник-спасатель. Четвертая свой частный маленький бизнес. Пятый путешественник. С местными ни в какие конфликты не вступаем. Если что, у Димы есть рация. Пацаны, вы за девчонок отвечаете. Малыш, ты идешь с ними, ты старше. Где твоя кепка? Да, я капюшон надену. Кепка есть? Я последний раз тебя предупреждаю. Не хочешь носить кепку? Мы бандану купили. Купи бандану. Ему уже 60 лет, вот в октябре бы исполнилось. Уже руки тряслись от руля, ну столько лет, сколько я его знаю, я познакомилась с ним, он шоферил. И вот мы уже 30 лет живем, он постоянно за рулем. Это его дохватит, уже 20 лет на лесовой. 2 года уговаривала. Все, а вот зиму от работы уйду. И одна зима там пошла, вторая. Но сейчас вроде бы как согласилась. У нас планы большие были, мы хотели внучку свозить в Хабаровск. На карусели старшую. Младшая-то ездила уже в этом году, а старшая нет. Такое впечатление, что он где-то с леса на меня смотрит. Я не верю, что он живой. Сейчас бы тут ни травиночки не было, было бы много. Я по 15 дней уезжаю. Я приезжаю уже чисто. Вот только вот эту мелочевку он мне оставляет. Оставляет. Он и сейчас мне ее оставил.
что вы хотите? Чего вышли? Они сказали одну линию, в смысле вот так. Все, дальше обратно дальше. По краям. Начали движение. Да, так точно, начали движение. Идем цепью вдоль дорог. Анжи, изредка телефон проверяй. Мы ищем человека, который предварительно пропал в своем, так скажем, селе. Ну, где он живет. Все, пойдем. Вадик, направо не уходи, далеко вода. Что там, вода? Да. Нам поступил, так скажем, вызов. То, что пропал такой-то человек, и он... А мы идем? Говно в кровь. Его местонахождение Анжи, до сих пор неизвестно. Родственники обратились, сначала предприняли свои меры, потом обратились жена в полицию. Полиция дала наш номер телефона. Не, я в горло был, у нас такие же приколы были. Ты идешь с мыслями, понятно, там нормально вот так вот шпарили. Все, мы собираем волонтеров, выезжаем на место и осматриваем этот квадрат. Докладываем полиции о произведенной работе. У нас количество выходов в поезд. За прошлый год у нас было их порядка 100. Ну, иногда бывает, один ребенок сбегает по 5 раз, и мы будем выходить эти 5 раз, нам без разницы. Я предупреждал всех, тарелка, кружка, ложка. Где? Вопрос. Пожалуйста, гуляш. Да, шпарь руки. Замечательно. После 9 классов поступил в техникум. С техникума со второго курса был отчислен за поведение. Не соответствующий образу студента. После техникума работал. Работать начал с 12 лет. Служил на флоте 3 года. Пришел со флота, пошел работать в милицию. Пригласили. Работал в милиции. Но с 95 по 2000 это уже дальше не интересно. С 2000 года начал работать сторожем. Потому что пытался все время себя оправдывать. Пытался доказать, что я не виноват. Потом пришел на дальтеплоизоляцию сторожем. Уволился с дальтеплоизоляции заместителем генерального директора. Потом я устроил таксовал. Потом устроился... частную охрану, все у нас было нормально, а сейчас пришел у нас новый начальник, ему опять не нравится то, чем я занимаюсь. Летом самый сезон ухода людей. Подвиньтесь, дайте проехать. Вы говорите мозговой штурм, ну давайте тогда думать. Человек зашел в магазин, взял, вышел, исчез. Все. Куда исчез? Неизвестно. С кем пил? Неизвестно. Но некоторые люди, идя в гости при малой компании, берут бутылку. Он сол взял 2. И самое интересное, с каждым днем все новая и новая информация, которая обрастает всякой херней. Сначала слухи по деревне ходили, и он повешался. Так как его жена постоянно дрочила, била нахуй и тому подобное. Вопрос в другом. Ну почему тогда он с ней столько лет прожил? То есть вранье. Кто-то что-то знает, боится и не хочет говорить. Потому что половина людей, которых мы опрашивали, они говорят так, все, мы будем говорить без протокола, под протокол нихуя не скажем. Че, подумали? Ну, ваши предложения, хуй, стоите, сидите. Звони этому. Кому? Экстрасенсу? Частно. Успокойся, позвони, узнаем, был тебе. Все разогнались, говорят. Служба такая, людям не всем. Тогда я был очень молодой. Ну и плюс это были горячие 90-е годы. И если бы в то время действительно у меня была та поддержка, которая могла меня направлять куда-то именно в то русло, которое должно было быть,
Ну, наверное, я бы и закончил и школу милиции. И, может быть, бы остался в органах, занимался тем любимым делом, которым я сейчас занимаюсь. Хочется, ну, наверное, вернуть все назад, чтобы начать все заново. Но как бы уже понимаю, что я перешел барьер, я перешел черту 50-летнего возраста, мне уже 50. Помидоры вот эти вкусные, но я говорю, у меня не было горького перца, вот это стручковое. Я думаю, побольше чеснока положу. И до чеснока положила. Ну, вкусные, едим на. Здесь люди пропадают, пропадали и будут пропадать, потому что это все проходит. А милиция, какая у нас милиция? У нас один участковый на 4 поселка. В прошлом году вызываю, драка здесь была во дворе, вызываем участкового. Участковый говорит, а я сейчас в Карпичане разбираюсь с двумя алкашами, я их успокоить не могу. Жены, там на одну жену, он что-то крышу спилил, и упала на жену специально крыша. Мы ее теперь не можем достать, я с ним разбираюсь. Это когда я к вам приеду? А на нем 4 поселка, вдруг еще с какого-то поселка звонят, да? А здесь убивались, разбивались, ну, молодняк дрался. Здесь весь двор в крови плавал. Нет, кстати, вы точно с Москвы? Да. У меня там два брата. Так они пока приедут, здесь можно уже 5 человек убить, 4 изнасиловать и скушать. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто у нас из Москвы? Мы. Михайлова Наталья. Сразу хочется сказать, живем очень плохо. В эшелонах власти коррупция, есть доказательства, да, есть все. И я прошу, чтобы мне помогали. Школа унесет угрозу жизни, там подпорки стоят, плиты упали. Вот я бьюсь, вроде выделили 29 миллионов на школу, на ремонт. Исчезли куда-то. Я им пишу, где деньги? Зин, где деньги? Старков, где деньги? Да мы здесь сдыхаем просто, люди сдыхают здесь, все аварийное. Нам, короче, Москва, нам нужна ваша помощь, давайте. Маханова Наталья Николаевна, я жду вас. Здесь даже напрямую связь вот с Путиным невозможно. Я раз 15 звонила, вроде как дозвонилась. Сейчас ждите, вы первые на очереди, вы первые на очереди. И полтора часа, вы первые на очереди. И вы первые на очереди, у меня с телефона сняли 400 рублей, привет семье. Все там, у нас такую справку, едь в Солнечный, развестись, едь в Солнечный, жениться, едь в Солнечный, паспорт на едь в Солнечный, отдать паспорт в Солнечный, получить тоже в Солнечный. И один автобус, он то зимой сломался, то мы садимся в автобус, у него двери просто не закрываются, всю зиму мы едем в автобусе без дверей. В 11 часу я попадаю в больницу, если я еду на автобусе, сажусь я в 6 утра, а на поезде садишься в 3 часа ночи. Едешь до Комсомольска, с Комсомольска пересаживается на автобус, автобусом едешь до Солнечного. И получается, я с 3 ночи в 11 дня попадаю в больницу. Москва! Вы ж показывать это ничего не будете, да? Ну хорошо, тогда это, убедительная просьба. Покажите наши дороги, как мы здесь. Просто человеческая, мужицкая просьба. Пойдите, ничего не видит. Лес выпилили, ваши, туда, да? Все, рыбу выловили, все высосали с этого Дальнего Востока. У нас все есть. У нас есть нефть, газ, у нас есть, ну, лес там, я не знаю, все. Золото, алмазы, все у нас есть. Хорошо, я не знаю. Стрелять их. И там Сталина на них нету. Ну что, мы местные отстреляемся от вас. Карабинов хватает. Потом она говорит, какой-то девочке, там, то ли внучке твоей, то ли еще кому-то, я не знаю, откуда это идет, приснился сон, что он зовет
А, что он сказал ей, приснился ей, сказал, ищите меня на карьерах. Я, говорит, в воде. Зачем это все, старается жена? Одна уже не чувствует. А нет, чувствует. А он что за карьер? Как до него добраться? По той же дороге, только дальше. Вот как мы ехали, только направо уходим, да? Нет, так же. Ну, да, это ну, не девочки, мы это Олеськи. Направо поворачивали, а здесь прямо... Она сказала, девочке приснилось. Ну, Олеська сказала, это отцом нам рассказывал. Рыба. Воронский карась. Ты со Светой в бане идешь? Чего? Короче, ты смотри, здесь уже такое определение идет. Я с Анжей был в бане. Тогда Дима вам в придачу. Анжей. Я тогда не пойду. Короче, Дима, мне заебало это уже. Ты идешь с Владом мыться. Анжей идет со Светой мыться. Все на. Начинайте, пойду, не пойду, на. Вообще я никто на не пойдет, я тогда в баню уйду. Ну, со мужиками, ты идешь мыться с Анжей. Ну, да. Все, иди. В бункере, мы слазили в бункер. Ну, в общем-таки, ничего интересного не увидели. А, там, как я понимаю, пленные японцы строили водопровод. Но потом, видимо, забросили просто-напросто, и он пустует. Жизни в нем никакой нет, кроме воды и ржавого. Мне кажется, 9 класс, идешь в техникум и там получаешь специальность, вот, зато ты за год заканчиваешь 10-11 класс. Возможно, когда закончу, пойду куда-нибудь по, ну, выше, там, МЧС, полиция, что-нибудь такое, вот. А можно тебя пораспрашивать, как у вас? Ну, давайте я докурю. Нет, почему курить? А что? Да не, не надо. Ну, я с ним познакомилась в Комсомольске. Он приехал в Белоруссию по комсомольской путевке. Строили заводы. В одном общежитии живем. Я в маленькой комнате жила, он в большой комнате. Там их 6 человек жило с отряда. Ну, так и познакомились с ним. Так что это быстро закрутилось, я еще не успела опомниться. У меня уже ребенок был усыновлен от первого брака. И поставил перед фактом, у нас через неделю свадьба. У него девчонка с одного отряда в ЗАГСе работала. Она все это провернула. Мне уже советовали к гадалкам сходить. Я говорю, да не верю я ей. Они будут давать надежду, а толку? Я ее и так не теряю надежды, без сказала. Родила дочку и сына. Сын погиб 2 года назад. Головой улетел с моста, шейный позвонок сломал. Ну вот год мы еще как-то перебивались друг с другом. Не хотели, собственно говоря, не хотели друг друга видеть. Он в одной комнате жил, я в другой. Вот встречались, и я приготовлю покушать. Ну как, общались, мы не ругались, ничего. Ну как-то нас растолкало вот это горе. На второй год уже все у нас наладилось, и пошло все как раньше. Назад едут с вещами. Если он ночью был дома, спал дома, утром встал и пошел куда-то, почему он не взял сигареты? Не взял сигареты, не взял... Ну, телефон, подожди. Подожди. Не зашел сразу, не купил водки, ушел-то он без водки. Вот. Сейчас предстоит сложный маршрут. Маршрут на выживание. Кто не едет? Сейчас все это дело добровольное. Так как маршрут сложный, возможно, дикие звери, животные, поэтому каждый из вас может вправе отказаться. Ехать или не ехать. Светлана болезная, остается здесь. Все остальные принимают решение сами. Ну, я понял так, Влад едет. Я по-любому на складе еду. Дима, я понимаю, так тоже едет.
Ну вот остается Анжи и Яна. Вы принимаете решение сами. Ехать или не ехать? Я еду. Яна едет. Анжи, ты тоже едешь? 5 минут на сборы. Ой. Только скажи, что ты что-то забыла, я тебя отвержу. Я пытаюсь, чтобы в отряде была армейская дисциплина. Ребята должны знать, им поставлена задача, задача должна выполняться. Допустим, были случаи, там три парня, один парень и две девушки. Вот ты подходишь к объекту, это колодец, да, там или болото. У тебя нет ни веревки, ничего. Но у тебя желание. А, вот у меня подозрение, там внутри кто-то лежит, вот я вижу, там шевелится кто-то. При этом не понимаю, там же может быть вода, лягушки, палка, на та же самая. Но там темно, ты не понимаешь. И тебе хочется все это проверить, ваши действия. Вот некоторые начинают, а, я же мужик, я полезу туда, забывая при том, а кто его нахер оттуда вытаскивать будет? Две девушки слабые, они ничего не сделают. Поэтому принцип в поисковой работе всегда должен быть такой, сильный остается, слабый лезет. Забираем все оборудование с машин. Все, уходим в лес. Мне не дает две мысли покоя. Первое. Он пил очень мало. Он пил редко. Мог одну бутылку тянуть 3 дня. Он взял 2 бутылки водки. Блять, ну для чего? То есть, значит, куда-то или кому-то он пошел. Я ушла после 9 класса. Просто так. Я решила, что раз все связано с поисковой деятельностью, и у меня реально лежит к этому душа, я смогу пойти учиться на МЧС. Мы долго с Сергеем выбирали специальность. Набирали группу защиты в чрезвычайных ситуациях. И вот 2,5 года я отучилась. Ко мне. Девочкам очень тяжело устроиться. И они вроде все понимают, то есть они понимают, что такое там вытащить, например, труп ребенка, труп взрослого. Но когда они видят это вживую, у некоторых просто едет крыша. Давай распрямим его. Ты своими ногтями, ты мне сейчас весь гидрокомбез порвешь. А ты мне ногти сломаешь. Да. При обследовании данной территории было обнаружено, что к данному болоту ведет тропинка. Тропинка свежая. То есть, да убери ты эту, я рядом ее с собой возьму. А водичка-то холодненькая. О, яички мерзнуть начинают. Мачете. Мачете. В принципе, я все видела, ко всему готова. То есть я готова пойти, но дальнейшее пойти работать, например, психологом, это нужно идти еще как бы выше получать. Либо ехать в Питер учиться, либо ехать во Владивосток. Ну, пока то, что у меня маленький ребенок, я не могу этого сделать. Как карасик. Да вот, видишь, они ее разбирают. Вот это вообще не прийти. Дерево ломаешь. Большая палка, да, и все. Главное, чтобы подлиннее, что выдержит. Сережа, веревки не хватает. Не знаю, или коряга это, или что. Ну что-то, блядь, я пытаюсь ногами нащупать. Вот пытался схватить, она как бы в сторону. Петлю? Не знаю, ну петлю сделаешь, посмотрю, что там, нырну. Если не секрет, кино документальное, просто красота. Вы знаете, меня эта красота убивает больше, чем этот лес же весь в Китай уходит, сколько древесин.
Саш, то же самое, внимательно слушай. И подумайте, что подойдет под описание. Все, тихо. Алло, слушайте, когда по поводу того мужчины спрашивали. Ну, знаете, такая странная ситуация. Во-первых, там есть человек, другой людей рядом с ним. Один, такие, знаете, две свои глаза, сам темные, глаза голубо-серо-серебрёные глаза. Вот. И он еще женщина, кстати, фигурирует. Но если сегодня, буквально завтра, до обеда вы найдете, живут ли вы будут пенсии? Он оказался не нужно вместе, не нужно людьми. Во-первых, надо все-таки искать частный сектор, недалеко лес, недалеко от леса мусоротока или какая-то вода, господи, не могу понять. Скажите еще, что вам нужно? Я не говорю, что Я не любил его. У озера высокий дом, частный сектор, рядом лес. Туда вообще, наверное, точно не заезжали. Рядом вода. А за, там вот, где он живет, большой дом, там нету воды. Очень редко верим экстрасенсам. Но иногда, когда все возможности нами исчерпаны, мы используем все материалы, которые даже космические идеи. Да они от родственников. Побитые все. Мысли нет. Это что такое? Света! Иди сюда. Апина, Апина. Ты что тут валяешься, Тяпина? Созвона когда последний раз видел? Домой? Один заходил или с кем? Точно? А с заходил. Чем он заходил? Подожди, а с чем он заходил? Он заходил с водкой. Да подставляй. Чего вы тоже мне прикалываете? Я вообще не прикалываюсь, я нормально с тобой разговариваю. Если бы я прикалывался, кто глаз подбил? Она подумает. Понятно. Одна бутылка, машины сели. Одна бутылка водки или две было? Две. Две? Две. Ну, вот так. Почему ты мне раньше об этом не сказал? Оля, я тебе говорю, как... Во сколько она от тебя вышел? Чего? Ты говоришь, он выходил от тебя. Да ты руки постоянно... Отдай сигарету. И куда ты поехал? Сейчас она домой поедет, а ты до дома пешком дойдешь. Иди так, в него садись. Да чего ром один посадил? А ты давай пешком до дома. Спроси у начальника, спроси, пускай участкового сюда пришлет. Если действительно они знают, где он и куда он потом делся, здесь ситуация тогда будет критическая. Уж была, сука, у меня неделю назад и ничего не сказала. Он СК, Анна там может быть СК она. Он тогда, вспомни, по этому делали на. Анна СК найди. Смотрите, перед частным домом, перед немногоэтажками, либо одноэтажник, либо двухэтажный, рядом есть вода и есть лес. Она говорит, да, действительно, он там был. Он у них был, то есть вот это уже после 10 утра, то есть она и называет тот день, когда Ольга приехала. Нет, он сказал чай, поэтому идите в магазин есть. Есть. Нету чая. В хлебном есть чай. Мы не имеем права делать следственные действия без присутствия полиции. Иначе все вещественные доказательства потом будут разбиты, как этот. Любой адвокат скажет, вы на каком основании туда залезли. А полиция до понедельника. Скому дали команду со следственного комитета. Да, все, поднялось. Что тебя дернуло остановиться возле них? Мы ехали. Да. И она говорит, он говорит, просто ради прикола. Он говорит, двое говорит, валяются под забором. Я в зеркало смотрю. Это знаешь, я не знаю, у меня какая-то мысля в голове. То есть вот у меня слова телефона двое.
и зеркало, двое. Она сразу, когда мы зашли к ней, она сразу повела нас на балкон, сразу достала эти бутылки и сказала, вот с этими бутылками приходил Вовка. Да. Дает отрав. Не виделись. И он идет до какой-то печихи. Это смешно. Это он с кем-то туда зашел. Ольга, давай покурим. А, Оль? Ольга, давай покурим. Сейчас этих двоих допросят, на полиграф их свозят. И он сразу в Следственный комитет. Что они ответят, он мне позвонит. Буду возбуждать уголовное дело. И я не остановлюсь. Ольга, давай покурим. Ольга, давай покурим. Ну, как у них быстро окна запотели в машине. Во-во, Антоха, открывай все двери сразу. И багажник там щелкнет. Там ужас просто. Думаю, карантин какая-то. И зубы вонючие. Все как бы уже, в принципе, выкину, все действия такие с людьми уже сделаны, если что. Андрей. Я родился в России, я умру в России, мне нравится жить здесь. 10 минут перекура, потом дальше объясню. Мне нравится жить здесь, я как бы, и говорить о том, что плохое или неплохое, я всегда вспоминаю очень хороший анекдот. Сидят два червяка, копаются в говне. Такое говно, да, и два червяка копаются, один червяк другому говорит, дедушка, говорит, а ты помнишь, говорит, мы жили в яблоке? Да, говорит, внучок, помню. А в персике? Да, говорит, конечно, внучок, помню. Слушай, говорит, как же хорошо-то это было. А что, говорит, мы сейчас в говне живем? Ты знаешь, говорит, внучок, родина есть родина, ее не выбирай. Так в персике-то ты пожил или нет? Я так... Пожил. И в яблоке пожил. Это в Советском Союзе. Да, ну, Андрюха, ну,